Посылка нам пришла с Астрахани. Деликатесная. Как ты вот один раз показала в сторис рыбу, как я заказываю с черной икрой. Все, папа, по-моему, это уже пятый заказ делает у них. И вот очередной, чтобы рыбу, видимо, заворачивать. Давай откроем уж. Сейчас. Видишь, все эти. А. Контакты? Все контакты, сторис. Ты что там, это красиво вот. Вот. Одну возьму завтра девочку. Да, вот она. Это астраханское называется, как золото. Это молоко. Молоко астраханское. А ты сам будешь рассказывать? Сейчас он сам будет рассказывать. Как это в виде подарка. Давай, вот давай. Это кило. Это стерлядь горячего копчения. Стерлядь горячего копчения, это не осетр. Ну, здесь где-то моя рыба должна быть. Да, вот самая большая, на 2 килограмма. На 2 килограмма моя. Вот это рыба моя, да, на 2 килограмма. Ну, любую возьму. Осетр. Это балык. Это балык вяленый. Вот мне его открыть охота показать. Сейчас открою. Пап, жирно, слушай, вот на... Так мама говорит, выводить. Рыба жирная, надо в перчатке работать. Конечно, так же. Да, мы же не первую рыбу уже делаем. У нас профессор с сианализом большой. Так. Ух ты. Какая янтарная. Это холодный копченый. Да, это балык холодный. Это вяленый. Его можно, его заморозить. Он не копченый, мам. Это только вяленый. Его заморозить вот кусочками, и как строганина. Я тебе сейчас кусок отрежу. Давай. Мам, сюда, пожалуйста. Ну, какая она вкусная. Я уже чувствую, как она вкусная. Спасибо. Вкусно. Очень вкусная, прям ароматная рыба со сетровой фермы Синеморца. Если вы не пробовали этот деликатес, я прям рекомендую попробовать. К ней поставили духовку, картошечку запекаться. В общем, папа ее вот так вот квадратиками нарезает и замораживает, потому что она огромная, ее быстро не съешь. 4 килограмма это рыба. Без хвостов, без головы. И замороженную уже тоненькими пластами, вот так, как строганина, очень вкусно. Прям в замороженном виде нарезать. Это огонь, дай, мам. Мне весь не надо, мне попробовать только. Ну, всем возьми весь.